Всем привет! Ну что, друзья мои, отпуск начался. Летим мы в Адлер. Будем отдыхать в Адлере 8 дней. Все, что у нас там будет, какие мероприятия, что, куда будем ходить, все будем снимать. Ура! Отпуск начался. Ну что, друзья, вот мы в аэропорту Курумыч. Сейчас будем регистрироваться на посадку. Ну что, друзья мои, мы получили билеты, посадочные талоны. Зарегистрируемся вот на этом окошке. У нас все хорошо, продолжаем движение. Всем привет, мы страшные в масках. Ну что, друзья, мы в режиме ожидания. Дожидаемся наш самолет. Это Курумыч. Аэропорт Береза. Ну вот, подали наш Red Wings. На него будет объявлен через час посадка. Пока проходят какие-то мероприятия. J7 заходит. На стояночку. Кто-то прилетел. Будем смотреть. Стоп. Оп. Ну что, у нас началась регистрация. Точнее, даже не регистрация, а уже посадка. Короче, Дуслав, начинается посадка. У нас 25-й ряд. Идем на посадочку. Вот так вот самолет. 25-й ряд, это почти в хвосту, да? Здравствуйте. У нас два места. Вот одно и второе. У нас какой там, смотри, J и B. 25-й ряд, вот. Вот эти. D и E, по-моему. Она оторвала. Оторвала? Сейчас посмотрим. Вот так вот мы присели. Наши чемоданы грузят. В Самаре, как всегда, стук аж идет по ногам. Где наш чемоданчик? На борту самолета запрещено курение, в том числе электронных сигарет. И употребление спиртных напитков, принесенных с собой. Благодарю за внимание. Два часа с чем-то. 2:15, что ли? Ladies and gentlemen, welcome aboard the Wings Airlines. In order to prevent the spread of coronavirus infection, we ask you to keep physical distancing and use personal Полетели.
теперь можно хлопать. Ура! Мы на месте. Прилетели. Вон наш самолетик. Его, правда, не видят. Поход дождина сейчас будет. Как душновато-то здесь. Хотела бы вас попросить в данный момент перевести время на сочинское. Сочи живет по московскому времени. Если у вас сейчас время не московское в телефонах, либо на часах, давайте вместе переведем 16:52. Значит, что с сегодняшней секунды уже с этой вы живете по сочинскому, по местному времени. Все мероприятия в ваших отелях, завтраки, обеды, ужин, выезды на экскурсии, вместе с вашим отельным представителем, но самое главное, обратный трансфер и вылет в аэропорт будет у вас проходить по местному времени, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Сейчас я вам предоставлю актуальную информацию, всю основную информацию с вами проговорит ваш отельный представитель. Я думаю, что вы все уже летали какими-то турами и знаете, что в каждом отеле с вами работает отельный представитель. Вы его очень легко узнаете, он будет такой же яркий футбол, как у меня, с логотипом Библиоблокс. Я вам сейчас выдала всем маршрутки. Можете на первой страничке на лицевой посмотреть, как зовут вашего отельного представителя. И также там указано время встречи с ним. А это значит, что в назначенное время вы должны подойти на ресепшн ваших отелей. Ну что, друзья, мы заселились. Вот такой вот отельчик. На третьем этаже, мансардном этаже у нас комнатка. Чуть-чуть попозже покажем. Пойдем мы погуляем на море. Ну и вы с нами пойдемте. Ну что, друзья, вот мы и в Адлере. Вот оно море, вот он пляж. Сейчас покажу себя любимого. Идем, Маненечка, позагорайте со мной. Класс.